телефон. Не. Жаль. Девочки, а где Власов? Где весь народ? Кто он есть-то? Вроде приезжий. Прямо с автобуса. Какой себе? Блондин. Ладно, дай ему справку. А он вам конкретно зачем? Секрет? Справку. Ну, в дирекции он. Со шведами разоряются. А чего это он вдруг? А у вас к нему дело или что? Его с комсоргов сняли. Девушки, а все-таки что там со шведами, а? Гуляй, гуляй. Уговорили. Ушел? Ушел, ушел. Ушел. В нашей работе всегда надо быть готовым к неожиданностям. Но время от времени все равно налетаешь на такие, что застают тебя врасплох. Привет престолу наследнику. Ты не рунди. Ну что, обнимемся, что ли? Здорово, Влас. Да. Ну так что у вас там за Полтава со шведами? Уже знаешь. На квартальное знамя идем. И надо ж такому случиться. Какие у них претензии? Да вот. Кто-то где-то перепутал. Стекли такими можешь? Сейчас вскрыли ящики, и пожалуйста. Цех мы им застеклить не успеваем, отсюда и претензии. Уперлись, не начнем монтаж, и все. У них одна претензия, за здорово живешь, неустойку содрать. Ну, застеклили бы завтра, ну скажи ты мне, какая разница? Жара ведь, сами же потом окна настежь распахнут. Так, ну а попытаться-то что-нибудь можно? Престол, наследник. Да ладно тебе. Ну что можно? Просим у главка валюту. Девчата, ничего не получилось. Насчет винтов вы, конечно, всюду толкались. Ну, а ты как думаешь? А по контракту им когда начинать? А я о чем? Завтра утром. Как ты сказал? По контракту? Ха. Гений! А что я такого сказал? Стеклить не будем. Он. Оба тут. Оба два. Слушай. Это я. Мне по начальству, как? С ума сошел, у него совещание. Да что я сказал? Родненький, ну зачем ты так? Не огорчай меня, а? Ох, Власов, Власов, что ты со мной делаешь? Он же мне голову оторвет. Игорь Леонидович. Да? Знаете что? Давайте-ка контракт поворошим. Встречные претензии бы найти. Мигом тогда замолчат. Ты че это? Баб не видал, что ли? Она инструментальная. Пробовали сунуться? Что, не проходит, да? Нет. Извини меня, люди. Ну что, работничек? Плакали народные денежки? Вам их только на ветер пускать? А между прочим, народ их горбом зарабатывает. Ты чего это? Делать нечего. Чего кричишь-то? А ты мне работой займи. Где твои винтики? Достал? Чего это она? Ну, не обращай внимания. Ну что ты, ну пошли же, совесть иметь надо. Правильно, совесть надо иметь. Так что на инструментальном? Я думал, может, они изготовить возьмутся. Мы, представь, тоже думали. Ну что ты меня сторожишь? Куда я при таком декольте денусь? Что, если мы пойдем с тобой подзакусим, а, престол наследник? Послушай, за ночь можно застеклить? Чем? Этим? Вам совесть зачем? Вам без нее сподручнее. Без совести-то жить. Ты бы потише шумела, а? На пенсию иди, там тихо будет. Пойдем, я тебя в общежитие провожу. Ты машину достать можешь? За винтами собрался. На инструментальной. Там таких уже не делают. Точно. Ну, если верите к директору. Пойдем, я тебе семейную устрою. Там потише. Чего ты? Надо подумать. Чапай какой. Думать будет. Кончай, мы уже все перепробовали.
совещание. Власов. Да подожди, не дергай. Репится он, не слышь. Им там, наверное, сводки нужны. Я сейчас принесу. Ну, конечно, неси, я его предупрежу. Mm. А Москва все не звонит. Ну, ладно. Знаешь что? Нужна машина. Малахольный. Что ты на ней повезешь, интересно? Добрые намерения, что ли, свои? Ты куда? Ты не беги, не беги! Ты мне про народные денежки расскажи! Это, небось, потруднее, чем мою жизнь калечить, верно говорю, а? Так, слышь? Поедешь? На инструментальный? А? Не слышишь, что ли? Все-таки ты малахольный. Совещание. Будьте любезны, к вам Власов пошел. Передайте ему, пусть достает машину. Я сейчас у вас буду. А кто это говорит? Он знает. Ну, отвяжись ты, ну. Слышь, а? Ты что, вместо макета будешь? Вместо чего? Ну, вместо него. Да, вместо. О-о-о. Может, пойдем?